Ой, хорошо. Карлос. Когда мы подкажем? Опа. Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня у меня началась моя среда. Думала, сначала отвезу детишек в школу, отвезу куда-нибудь ворчуна своего. Но это он опять навязался тут со мной. Заехали проведать животных. Точно что-то от меня опять хочет какую-нибудь работу, но уже чувствует, что достал. И это... Ну вот, а тут осел сбежал через ограду сюда, к кобылам проник. Хорошо не было здесь коня. Там лошадей поехали. Ты чего? Что за чувства такие? Смотри, не прикусти. Хорошая одежда не часто видит. Коз. Только мы их выпустили, я ему говорила. Козы обратно прибегут сейчас сразу. И нет, нет, ты их не выпускаешь. Есть. Примчались, так еще чуть осел их не загрыз. Он почему-то у нас не кос кидается. Нельзя мне кусать, дура. Штаны мои, что мне нравится. Тюку-тюку-тюку-тюку-тюку-тюку-тю. Зовет ворон, наверное, чтобы яйца съели. Убралась на детской площадке. Вон, сейчас еще третий раз подмету. Два раза подмела. Сначала игрушки, потом листья. Сейчас еще то, что совсем присохло. Почти такая опухшая. Почти такая опухшая, или мне это кажется? Вот это выставку дерьма, как сказал один мой этот комментатор, хейтер. Развесила в кладовке. Еще не все, правда. То туда-сюда таскаю, короче, и хотела сделать видео. Наверное, сегодня не успею, сейчас уже собираемся уходить. Я же их натерла все-таки. Ну, потом этот карантин, черт, все планы. И вообще забыла потом про то, что хотела вам сделать видос про седло. Вот. И сами спустя пики галетовы. Пойду куплю сейчас отравы для мурашей и всяких там насекомых, которые оккупировали мой и домик на ферме, и седловик. Кошмар. Время 12:30, я уже давно дома. Сижу вот за компьютером. Ворчун ушел. Значит, сейчас буду записывать видео. Сейчас осталось всего очень мало времени. Дождь хлыщет. Дождь. Хотите посмотреть, какой у нас хлыщет дождь? Могу вам показать. Такая мутная картинка. Могу вам показать. Ну, вообще-то я вам показывала. Вообще конец света, что ли, пришел. Соседний город нафиг размыло. В горах деревню поделило на две части. Там людей эвакуировали на вертолетах. И сейчас опять там же хлыщет дождь. Короче, не знаю, к чему все это приведет. А я пока что буду делать тогда. У меня есть заготовки, но мне нужна тишина, чтобы записать видео. И
Вот у меня вот здесь диссертация целая, книга с диссертациями, где я записываю свои тексты, а потом, когда есть время, записываю видео, потому что если это делать в присутствии детей, то это будет... Иногда даже в моих видео слышно, как они дерутся, хотя в последнее время они уже достаточно выросли и понимают, если я говорю: «Дети, мне нужна тишина», они говорят: «Ты будешь записывать видео?» Так что тишина, пожалуйста. Я начинаю записывать штук 4, наверное, видосов у меня тут будет. Ну что, пока есть настроение, пока есть возможности, надо делать. Правильно? Успела записать только 2 видео, и то с горем пополам. Сейчас там возле школы будет твориться черти что. Вот, забрала свою ученицу. Забыла заснять, она напомнила. Уже написала: «Моя ты умная ученица». Прекрасно. Слава Богу, что наш сама делает. Наш учитель сказал, делает, что это мне опять написали, только вот тут дома. Здорово. А то я, когда сижу, делаю с дочкой уроки, я засыпаю стоя. Знаете, что-то? Я получила тут альфа. Да. Сама сделала и получила самую высокую оценку. У меня дочка вундеркинд, не то что я. Я до сих пор считаю на пальце. Ей сейчас муж позвонил, он заберет пораньше Николу. Сейчас пойду его чем-нибудь покормлю. И знаете что? Во-первых, смотрите, у нас вышло солнце. На фоне дерева своего продолжим. Так. Вот, а пока я пылесосила, я вдруг поняла, так как у меня эта песенка в голове звучала. Знаете, какая песенка? Я всегда с собой беру видеокамеру. И тут вдруг до меня дошло, почему все русские так любят все снимать. Ведь это же реально наш девиз. Сам себе режиссер. И вот детеныш пришел. Как дела? Красиво. Красиво? Ты пришел со школы? Да. Да? А кушать хочешь? Да. Да? Чего будешь кушать? Не знаю. Не знаешь? Что тебе сготовить? Я... После сифона ксюкозы. Кое-как записала 5 видео, потом усталость взяла свое. На час впала в какую-то кому, так что когда проснулась, еле-еле свое тело смогла управлять. И вот мы уже едем опять в Кордицу. Не знаю, что делать. А дождь скончился, погодка прояснилась. Маш, ты что такая? Зачем ты одела сейчас рубашку? Жарко же. Это же на вечер. Что? Да. Все думаешь? Да. Лей, где видео? Кафе штруфик и штруфолог, да? О. А что, Маш, пай? Город Кордица после пережитой катастрофы. Здесь как раз все было в глине. В глине. Кошмарище. Там из одного дома я смотрела, как вывозили грязь. Маша сама купила бананы. Как и игрушки. Вот в этом магазине.
И теперь они поедают бананы. Такие прям обезьянки. А я обезьянка. Нет, я кошка. Банан. Починили Машкин самокат. Сейчас опробуем на чистой площадке на ферме. Все. Сбагрили нашего ворчуна. Пошел он работать, а мы едем на ферму. А мы летим. А время походу почти 7. Уже темнеет. Пасмурно. Бананы все слопали, а кожурки оставили козам. Одно облако висит посередине, как будто дельфин. Так, то это нереально вести и снимать. Так, там, где я его свысока видела, а вон он, видите, дельфин такой. Видите, видите, как висит? Все, еще какой-то он велосипедист. Приехали на пастбище проведать лошадей. Нам это пастбище обходится втридорога. Ах, оно далеко, а мы не можем, чтобы 5 раз в течение дня не приехать и не проверить лошадей. Начинается. Так, опять сегодня лошадям повезло. Дождь очень был хороший такой, сильный. Валюша, идем сюда. И, значит, пить они уже не хотят. Все, к реке мы так их и не поведем, я чувствую. Они уж, наверное, сами нашли дорогу туда, действительно. Ну ладно, поедем других лошадок кормить. И козочек. В связи с нелетной погодой маслицы пойдут домой. Вот как-то им судьба на пастбище погулять. Пошли! Видите, какой дождик хороший был. Если ночью будет поливать, хоть они будут дома сидеть под крышей. Под крышей дома своего. О, молодец. Вот, смотрите, как мы починили. Вернее, как нам починили самокат. Видите, какую? Что она? Металл или пластмасса? Ну, короче, что бы ни было. Давай, пробуй, показывай. Ну как? Нормально, отлично! Хорошо работает? Хорошо! Как новенький. Ну смотри, больше не ломай. Видишь, беби? Эй, беби. Починили. Скажи, лучше бы на мне катали. Жара вроде как задолбала. А чуть дождь пошел сразу. Так, ах, скукотища. Приступаю к кормлению животных. Вот и все. Закончили. Животных покормили. Опять встали. Уже ночь. Дождь пошел опять. Сегодня 4 раза сменилась погода. Сейчас поедем домой. Буду опять делать ролики. Ну и на этом, собственно, заканчиваю свой видос.